Так, ну что, продолжаем. Мне надо 7 бриков, чтобы открыть следующий мир 25, которому нужно. Поэтому придется снова рандомный мир открывать, я так понимаю. Открыли мы рандомный мир, погнали. А, его можно бесконечно смотреть. Вот этот, например, не нравится, меняйте, другой делайте. Ну, нормально, здесь много воды, соответственно, меньше бегать придется, поэтому сделаю вот такой уровень. Создается уровень, погнали. В общем, я сейчас сделаю, соберу 25 кирпичей, и после этого пойду в какую-нибудь другую игру играть. То есть, все. В эту игру долго нельзя играть. Но я еще, наверное, час буду пока собирать эти 7 бриков, там реально много. Это реально много, поэтому на это уйдет час, я думаю. Макс, потому что мне неинтересна эта игра. Прилетели. Lawless Lagoon. Чуть за дыра такая огромная. Там кто-то сидит в дыре. Поговорить. Но это не рандомные уровни. Это специально сделанные уровни. Что нужно сделать? Освободить ее, окей. Поехали. Окей, наверное, надо лучше, легче сделать это просто наоборот вверх. Ой, не, не так. Короче, освободил, я просто на нее нажал, на нее скинул блоки, и все, она вверх улетела. Хорошо, первый блок. Подождите, а блок-то дали? Мне опять блок не дали. Ну что это за фигня? Не дали мне блок. То ли потому, что у меня блоков слишком много, то ли их потому, что за деньги покупал, не знаю. Но это бесит. Как бы написано, что блок дадут, но не дают. Я столько заданий выполнил уже. Лишних, так сказать. Что, плавать нельзя? А, можно. Опять этот чувак, он как бы вроде... Что, а что с ним надо делать? Это плохие ребята, что ли? А, да-да-да-да. Надо наказать их. Уже поздно. Опять я не успел. Ну, ненавижу эти задания, они мгновенно появляются, и надо мгновенно реагировать. Мотоцикл есть. Но он мне не нужен. Крокодилы тут. Пират против крокодила. Пират добрый или нет? О, нет, не добрый он. Валим от него. Ну вот новый мир как бы... выполнил задание, ничего не получил. Даже не знаю, что делать. Ну, вот написано, типа, сейчас уже за это задание дадут. Но здесь надо что-то сделать, видите. Но у меня нету этого объекта.
Надо поискать, может быть, внутри дома, я не знаю. Но там вроде пусто, это пустой дом какой-то. Там ничего нету. Где мне... Может, у меня есть в коллекции, может быть. Давайте посмотрим. Все может быть. Ну, что-то я не вижу, честно говоря, где может быть то, что ей надо. Скорее всего, у меня нету. Ну, побегаем, поищем другие задания. Сделаем копию всего. Меня убили. Здоровье, жесть. Опять не успел ничего сделать. Если в Стиме места есть, я приму заявку, никаких проблем. Но, скорее всего, мест у меня нету. Так, вот там что-то было, подождите. Беру, короче, меч и иду сюда. Попробую мечом. Этот меч выпал там, где король с королевой жили. А куда ты идешь в атаку? Дурацкие квесты, реально. Она идет в атаку, умирает быстрее, чем я добегу просто до них. Я не знаю, то ли так должно быть, то ли я что-то не понимаю в этой игре. Как-то надо быстрее что-то делать. Но они постоянно дохнут, просто постоянно дохнут. Мне этот мир вообще не нравится. Полечу-ка я отсюда. Ну реально, не нравится мне этот мир. Плохой мир. Создадим другой. Они все, я так понимаю, эти миры еще сохраняются. Тут бесконечно их нельзя будет, наверное, делать. Буба на колени вроде хочет. Ну давай, прыгай. Буба. Будем стримить с Бубой. Буба, да, это микрофон. А это кофе. Да. Все? Успокойся. Так, смотрим, что за новый мир. Дикий Запад. Дикий Запад, опять коровы, наверное, быки здесь.
Скорпион, я вижу, бегает. Много сундуков с левой стороны. Я заметил. Так, подожди, здесь задание какое-то. Чё он хочет? Мне нужен новый барн. Да мы уже это делали задание. Ну давайте сделаем барн. Вот он барн. Давайте его поставим. Вот здесь. А теперь посмотрим, какую награду он нам даст. Ну. И опять он мне дает пистолет, он мне не дает брик. Почему? Не могу понять. Что это такое? То ли я слишком много покупал за деньги этого всего, то ли что? Не понимаю. Ну, короче, я буду искать только людей, которые в руках что-то держат. Потому что по-другому нет смысла. Если у них нету золотого кирпича в руках, то он мне не даст ничего. Так, мы отправляемся вон туда. Мне даже кажется, это какой-то глюк, надо просто игру перезагрузить, я не знаю, перезапустить полностью. Потому что это уже не первый раз. И до этого была какая-то такая ерунда, и сейчас. Может быть, это просто глюки, и этого не должно быть. О, вот здесь точно дадут. А, чего? Покрасить нужно. Не проблема. Перекрасим, покрасим, все как надо. Все. Не благодарите. А, деревянный цвет нужен конкретный. Ага, окей. А где выбрать цвета? Вот он, деревянный цвет. Хорошо, красим все в дерево. Все, задание выполнено. Отлично. Получили мы свой брик. И мы довольны. Идем дальше, я вижу, там что-то еще виднеется вдалеке. Пешочком пройдемся, не спеша. Очень много тут сундуков внизу. Так и хочется, конечно, вот сюда куда-нибудь пройти, посмотреть, что здесь. Но мне кажется, это долго, на самом деле. Мне просто сейчас не особо валюта нужна. У меня с монетами все нормально. Мне некуда даже девать это все. У меня 215 тысяч. Если бы у меня было мало, я бы туда прошелся, посмотрел. А так, ладно, у меня задание другое. Так, что-то здесь мы видим. Одинокий ковбой. Что же он хочет? А он хочет построить дом какой-то здесь. Хорошо, построим дом. А что такое маленькое все? Так. Чтоб нам дом засчиталось. Что надо сделать?
Я на самом деле не умею строить, я даже управление не изучил. Вот как строится, так и строю, короче. Наверное, есть другой вариант, как это быстрее все сделать. А что если просто барн здесь построить? Это не подойдет как дом? Наверное, нет, да? Ладно, давайте сделаем, как я до этого делал. Я открывал, брал какое-то готовое что-то. Делал. Дальше открывал... Копировать. Выделял. Копировал. И, например, вот крыша, мы ее поставим сейчас. Я так понимаю, дверь нужна еще. Давайте тогда просто копируем весь дом. Также можно, наверное, тоже. Вот, я его скопирую. Игра чуть не подвисла, кажется. Ну и почему не считается, что я дом поставил? О, засчитала. Еее. Просто он сразу не понял, что это дом. А, ну опять-таки, у него не было... У него не было... А, не, дал он мне, наконец-таки. Окей, окей, это нормально, все. У меня 20 штук. Подождите, должно быть 20 штук. А, все правильно, 20. Не засчитали сразу просто. Так, идем дальше. Здесь кто-то еще стоит. Где он стоит? Вот этот чувак, что ли? Да, кстати. Правда, он под землей почему-то. Он проваливается. То, что надо сделать? Три коровы, еще три коровы. Не, я не буду делать это. Да подождите, я не понимаю, почему... Почему коров нельзя с... это... Почему их нельзя скопировать? Ладно, это задание пропускаю. Я знаю, что его не сделаю. О, там можно закупиться. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Пойдем закупимся. Вот здесь. Да, мега крутая камера, просто мега крутая, все. Так, а что это такое? Дубинка какая-то. Давайте больше здоровья возьмем. Я не против. Это что такое? Давайте купим. Это вроде как коктейль какой-то выглядит. Это что? Брик какой-то. Не знаю. Давайте купим. Что можно продать? О, что это такое? Magic Bean. 60 тысяч. Давайте продадим, мне он не нужен. Я не знаю, что с ним делать. Поэтому и будем продавать. Так, отправляемся мы далеко-далеко. Только возьмем, наверное, бычка. Прокатимся на нем. У-ху! Погнали! О, скелета можно задавить? Не, нельзя. Что это, мы застряли, что ли?
Так, смотрим сразу на его руки. Вроде он ничего не держит, поэтому меня не интересует этот чувак, он нам ничего не даст. Так. Соответственно, я, наверное, в ракету просто сажусь и уезжаю отсюда. А ракета у нас слева. Кстати, умеет бык плавать или нет? Давайте посмотрим. Что будет, если мы в воду идем? А да, мы плывем. Просто плывем. Просто плывем. Хорошо. Так, ракета-то тут. Чего, куда я? Все, улетаем, все. Нам сейчас какую-то вещь дадут. Необычную. Посмотрим, что дадут. До этого нам дали камеру, чтобы фоточки просто делать. Что дадут на этот раз? Lantern. А, фонарь, если там темно, где-то под землей, можно врубать его. Понятно. А мы создаем следующий мир, нам 5 бриков осталось. Вот он, следующий мир, и мы туда отправляемся. Хотя, подождите, мне не нравится, зимний уровень мне никогда не нравится. А это, а можно вот этот, например, мир менять и старый меня убрать? Нет, такого нельзя здесь. Фанат Бульбы. Ну чё, не сплю. А? Поиграть захотелось. Поиграть. Я же обещал, что в какую-нибудь Лего-игру поиграю. Вот выбор пал на Lego Worlds. Но, честно говоря... Строить мне неинтересно, а игра скучновата из-за того, что здесь очень сложно открыть все планеты. Там последняя планета, по-моему, 100 надо, чтобы открыть последнюю планету. А я еле 25 сейчас набрал. Я еще даже не набрал, я 20 набрал за сколько? За 4 часа игры практически. Это очень долго, чтобы все открыть. Много времени на это уйдет. Так, приземляемся. Это что, одна вода здесь? Здесь вообще суша есть. Очень странный мир, но прикольный. Давайте его изучать. Так. Люди ходят. Так, вот задания появились. Сразу я оружие беру, наверное, в руку. Но не фонарь, пожалуйста. Лопату хотя бы. Что за люди такие вредные здесь? Почему они нападают на нашего чувака? Надеюсь, это последнее, потому что не хочется еще никого-нибудь убивать. О! С первого раза я выполнил квест такой. Где надо просто отдубасить врагов. Но просто до этого как-то сложно было, здесь легко. Так. Хорошо. Так, следующее задание вот здесь. Посмотрим на руки, есть ли у нее... Ну, судя по всему, она мне ничего не даст за награду. Ну, просто посмотрим, что за... Что надо сделать? Похоже, задание уже было, кстати. Это враг, кстати. Это бандиты какие-то. Только один просто под зданием застрял, а другой куда-то карабкается... За полицейским, как я вижу. Да-да-да, давай его. Давай. Давай. Покажи. Лопату свою. Вот этого чувака можно освободить. Видите, у него брик в руке. Осталось только вот этого убить. Как его убить, если он застрял? Вот в чем вопрос. А я знаю. Давайте попробуем, знаете, как сделать? Инвентарь. Возьмем лук в руки. И давайте его вот так. Пам! Подожди, не попадаю, серьезно? Давайте с этого ракурса. Попаду? Да, попадаю. О, четко. Все? Чувак мне сейчас даст награду. Сейчас у него ничего нету, но я думаю, сейчас появится у него. Брик. Отлично.
Вот теперь нормально, кстати. Такие задания с удовольствием буду делать. Это легко. Просто что-то у меня до этого не получалось. Вот все пошло. Два задания на ровном месте. Мне еще три задания надо сделать. Будем искать, где еще что можно сделать. Трактор какой-то. Главное, что он только что появился на наших глазах. То есть его не было, он появился и откатился, упал как бы. Я только что видел, как он двигался. То есть он прям... Просто игра-то, движок такой, чтобы не тормозило, на консолях сделано так. Да и на компах, чтобы не тормозило. Что все прогружается в последний момент, когда ты близко подходишь только. А до этого этих объектов не существует. Так, ну мы просто бегаем. Ой, какой-то чувак там в беде. Меч, давайте с мечом. Кого убить-то надо? Так, вот этого. А тот чувак застрял, кстати. Сейчас я подойду и убью его. Неужели тоже надо арбалет или лук брать? Иди сюда, чувак, куда ты? У тебя одно здоровье. Все. Прикольно, прикольно. Ну, так вообще можно все быстро собрать. Странный мир, кстати, очень странный. Что, Боба? Что? Что, Боба? Наверное, Буба согласен, что мир реально странный. Да? Согласен? Странный мир. Согласись. Да? Согласен. Так, еще кого-то надо отмудохать. Иди сюда. Чувак, ты куда? Я тут. Отлично. И второй чувак залез куда-то. Давай, слазь оттуда. Я накажу тебя сейчас. Да блин. Давай, прыгай. Опа, 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 опа. Он просто свалился и сдох. Погиб. Умер. Больше его нет с нами. Так, я вижу, кому-то нужна помощь вот там еще. Подождите, он мне брик, по-моему, не дал на этот раз. Или дал? По-моему, нет. Что это такое? Надо кого-то сфоткать. Какого-то зеленого чувака. А где он? Давайте почитаем, может, там написано где. Где-то в лесу написано. Зеленый чувак. Будем его искать. Ну, надо побегать. Я, правда, не знаю, в какую сторону бежать надо. Наверное, сюда все-таки. Искать какого-то чувака. Сфоткать надо его. А, вот за нами бегает, что ли? Серьезно, будет за нами бегать? Я думал, нам надо сфоткать и фоточку ему прислать, принести. А он что-то за нами бежит и бежит и бежит. А его нельзя убить? Серьезно? Нужно какое-то специальное оружие, я понял. Это типа зомби. Да, я читал про это, я не понял просто, каким оружием их убивают. Что тут вообще такое?
Кстати, какой-то зеленый чувак есть на карте. Я не уверен, это он или нет. Он немножко по-другому нарисован, но, возможно, это тоже чувак, который нам и нужен. Он где-то здесь. Наверное, сверху он. Непонятно, в общем, где. Где-то справа, но тут ничего нету. Я лезу наверх. Может, увижу его сверху. Или это наш напарник так выделяется? Да, походу, это наш напарник. Хотя, вроде ли он... Не только он. Не знаю, где этот зеленый чувак. Ладно, поеду я отсюда. Погнали. Мы уедем вообще отсюда? О, воздушный шар. Ну-ка, надо зайти. Посмотреть, что в продаже. Как он рандомно появляется? Или как вообще это все сделано? Ну, можно здоровье купить. Все остальное, я не знаю, что это. Мороженое какое-то. Яйцо, это что такое? Кристалл какой-то. Ладно, я все купил, может понадобится просто. Shark. Я убежал от акулы и что-то потерял, я так понял. Кого-то, наверное, потерял. Надо помочь ему. А, подождите, он за мной побежит, ему надо переплыть. Я не понял, правда, куда ему надо переплыть? Давайте попробуем. Может быть, ему надо сюда? Ему надо что-то переплыть. А что, я не знаю. Все, походу мы им помогли. Он просто... А, он как бы убежал от акулы и боялся обратно вернуться, переплывать. Мы ему помогаем. Нам еще один брик остался. И все. Нормально, нормально. Пойдем искать его. Я тут бегаю, может просто миссия появится. Ну, этот чувак все-таки за мной бегает. Подождите, миссия есть. Такая же миссия, которая у меня уже есть на данный момент. Еще одна миссия была, но чувака, по-моему, уже убью сейчас. У него одно здоровье вроде. Его убили, да? Ну, здесь мир неудобный. Невозможно никуда бегать нормально. Поэтому я даже не знаю, где этот чувак зеленый. Просто смотрю на карту, и если появится, увижу. Где он должен быть, непонятно. Уже тут конец мира, вон, видите, дальше уже нет мира. Написано, что он где-то в лесу. Но лес это как бы вот это все лес считается. Если за тобой бежит, то уже и сам мог сфотографировать, а блок тебе бы отдал.
Соответственно, мы не видели зеленого чувака, правильно? Или ты не... Ты разбираешься в этом? Так, ему надо раздать, отдать что-то. Я не знаю, что это. Какой-то кристалл надо ему, надо. А где его взять? В продаже вроде не было в кристалла никакого. Ладно, я думаю, что надо лететь отсюда в новую локацию. Здесь уже ничего не сделать, мне кажется. Не, может сейчас какой-то квест и появится, но в целом хочется в новую локацию. Последний брик 25-й взять и все. Так, подождите, кого-то убить надо. Сейчас убью и будет брик. А в воде нельзя драться, серьезно? Нельзя драться в воде? Где еще чувак? Он где-то сверху, да? Ну, компы здесь супер-мега умные, видите, они застреют постоянно. Но как бы это мне в плюс, потому что я бы не смог бы выполнить задание. Алло, прыгни куда-нибудь. Камера еще ужасная. Вот смотрите, что он делает. Он просто прыгает и застрял. Я даже туда не могу запрыгнуть. Я сейчас попытаюсь, конечно. Но видите, я пока его не убью, это задание не выполнено. Так как это тут рандомные уровни, все рандомное, все криво сделано. Все, мне дали 25-й. Дайте, пожалуйста. Знаете, мне не дали 25-й. За награды не было. Вот какая награда. Просто монетки. Зря старался. Первый раз видишь игру? Ну ты так и советуешь, как будто ты все знаешь, понимаешь? Поэтому у тебя странный совет был, я не понял, ты умеешь играть или просто так решил посоветовать? Ну, давай попади по нему. Ну что, что ты дашь мне? Покажи брик и все, я полетел отсюда. Ну, ничего мне не дал. Потому что я это задание уже выполнял. Типа, два раза подряд нельзя. А ракета моя вот там. Все, улетаю отсюда. Я что, утонул? Чего он перестал плыть? Еще одна рандомная планета, и я уже все соберу. Так, нажимаем, создаем новую рандомную планету. Нет, не эту. Нет, зимнюю не надо. А вот это сойдет. Поехали. Я сказал, что этот морячок тебе бесплатно ни за что дал кубик. Нет, такого здесь нет. Бесплатно здесь ничего не дают. Надо что-то сделать ради него, просто так никак. Что, Бубу, что такое? Летим на новую планету. Так, прилетели. Давайте, одно задание, и можно мотать отсюда. Что это, новое какое-то место? Я в таких местах не был. Junkyard Jungle. Junkyard. Этому нужно что-то сфоткать. Я чуть не хочу это брать задание. Фоткать кого-то, что-то, куда-то ходить. Что тебе надо сделать? Сфоткать мотоцикл и какого-то чувака, я так понимаю. Так, тут еще задание.
Тебе что надо? Что надо сделать? My partner has a... А, где-то застрял его партнер внутри. Надо сломать, короче. Давайте сделаем. Давайте выполним этот наисложнейший квест. Выполнили. А, он мне не дал брик. Замечательно. Сфоткать еще какого-то чувака, блин. Ладно, давайте возьмем. Я вижу, на карте один чувак есть, вон он. Хотя это не он. Это не он. Хотя, мне кажется, вот этот чувак похож на того. Самосвал какой-то сфоткать. А, не, надо просто, наверное, машину найти. Я правда... А, вон, кстати, есть эта тачка, я иду к ней. Вот она. Сейчас мы сфоткаем. Так, как фоткать? Я первый раз фоткаю, кстати. Я никогда не фоткал. Это, по-моему, надо в инвентарь зайти, взять камеру. Так, и как этой камерой? Экшен. А, надо его вместе с этим сфоткать, да, как-то? Я просто не понимаю, что надо сделать. Тачка-то это. Кто-нибудь знает? Ну вот она тачка, я фоткаю тебя, чувак. Мне еще поговорить может? Нет. А, подождите, вот есть кнопка. И теперь надо сфоткать. Давай брик мне, пожалуйста. Все, улетаем отсюда. Все сделали. Буба, мы выполнили, можно лететь. Вернее, что лететь? Все, наверное. 25 я собрал, в следующий раз я туда полечу уже. Да, Буба, полетим в следующий раз. Полетим в следующий раз. Полетим. Все, на этом я заканчиваю эту игру. О, мне даже говорят, да. Новые уровни можно открыть. То, что надо. Здесь, по-моему, даже не надо выходить. Вот так вот можно оставить. Все. Игра, да, она скучная. Здесь мультиплеер есть с другими игроками, там интереснее. Я хочу синглплеер просто пройти. С другими игроками повеселее было бы. Поэтому я и так уже 4 часа почти играю, поэтому... Я уже подустал, мне все эти квесты, задания надоели. Все просто надоело, поэтому... Я сейчас буду в другую игру играть, я подумаю, во что. Ну, я, кажется, знаю, во что. Кажется, я знаю. Сейчас я, наверное, стрим выключу, включу. Новую игру поставлю. И будем играть в другую игру. Какую, пока не скажу. Стрим начнется, увидите. Все, спасибо, что смотрели. До новых встреч. Все будет в записи. Это была игра LEGO Worlds. Пародия на Minecraft. Ну, как пародия. Здесь есть свои фишки в игре. Но все равно игра неиграбельная. Она неинтересная, она глючная. Ну, может, с кем-то играть интересно. Но вот соло одному бегать абсолютно неинтересно. Хотя в Minecraft можно одному играть. Это более-менее нормально. А в эту игру одному невозможно играть. Быстро надоедает.
Так что вот так вот. Спасибо, что смотрели. До новых встреч. Пока. Стрим закрывается. Через минут 10-20 я подрублю новую игру. Все, пока.